Всем привет, это канал «Правильный выбор», и здесь я рассказываю о различных устройствах. Сегодня у меня на обзоре игровой монитор с большой диагональю. Предлагаю рассмотреть основные особенности модели Asus TUF Gaming VG328H1B. Чтобы приобрести монитор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Надеюсь, наш обзор будет для вас полезным, и вы поставите лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Диагональ экрана 31,5 дюйма, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9, время отклика 1 миллисекунда. Подсветка WLED, матрица VA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 165 Гц. Монитор с разрешением Full HD и изогнутой поверхностью, кривизна 1500, поэтому каждая его точка находится на примерно одинаковом расстоянии от глаз пользователя. Это обеспечивает комфорт для глаз и потрясающий эффект присутствия в компьютерных играх и при просмотре фильмов. Высокому качеству изображения также способствуют широкие углы обзора, поддерживает высокую частоту обновления, благодаря этому обеспечивается значительно более высокая плавность смены кадров, что особенно важно в динамичных играх. Заявлен 120% охват цветового пространства sRGB и 90% охват цветового пространства DCI-P3. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Монитор обладает яркостью в 250 кандел на квадратный метр и контрастностью 3000 к 1. Размеры монитора 70,97 см в ширину, 42,61 см в высоту, толщина 8,73 см, вес 6,2 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Технология минимизации смазывания ELMB снижает время отклика до 1 миллисекунды и может быть активирована одновременно с адаптивной синхронизацией. Технология адаптивной синхронизации FreeSync Premium. Поддержка адаптивной синхронизации Adaptive Sync с видеокартами NVIDIA, серии GeForce 10, GTX 16, RTX 20 и более новыми, и FreeSync с видеокартами AMD Radeon. Технология Shadow Boost улучшает отображение темных фрагментов сцен, не затрагивая светлые. В данной модели предусмотрено несколько разъемов: один HDMI версии 2.0, один DSAP, один Audio Out, один Audio In. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Обязательно смотрите другие наши обзоры, в них я рассказываю о различной технике и гаджетах, так вы сможете выбрать не только подходящий монитор. Не забудьте поддержать канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».